Сельскагаспадарчыя прадпрыемствы выходзяць на тэмпы жніва, якія дазволяць убраць збожжавыя своечасова. Тычыцца гэта як Беларусі ў цэлым, так і нашага рэгіёна ў прыватнасці. Па стане на сённяшнюю раніцу ў вобласці ўбрана 52% плошаў. Агульны намалот перавысіў 570 тысяч тонн. За вчерашний день 4,8%. Вот нам надо выходить 110 тысяч уборки в день и 400 тысяч намолота. Вчера за день намолотили 380 тысяч. Урожай подрастает, вот уже 35,5. Больше прошлого года на 1 центнер, это радует. Сабранага ўраджаю павінна хапіць не толькі для патрэб унутранага рынку, але і для паставак на экспорт. Галоўнае сабраць вырашанае без страт, прычым на ўсіх палетках. У сувязі з гэтым асаблівая ўвага выкананню даручэнняў прэзідэнта, дадзеных на селектарнай нарадзе. По нашаму рэгіёну камбайны на другі дзень, сразу пасля распараджэння прэзідэнта, камбайны ўшлі все на поля новыя. Топліва создан запас. У нас сёння топліва ў налічы рэзерв. С резерва 6 тысяч тонн и кредитные ресурсы 8,2 миллиона. Так что по топливу вопрос решен. И поддержка губернатора субсидии. Уже мы отдали после этого совещания где-то 4 миллиона отдали субсидии. Яшчэ адна зона павышанай увагі – паляпшэнне фінансавага стану праблемных сельгаспрадпрыемстваў. На Гомельшчыне яшчэ недавно такіх гаспадарак было больш як 40. Сёння статыстыка лепш. В частности, конкретно в Гомельской области было определено 41 неплатежеспособное хозяйство, из которых вот по данным Гомельского облсполкома 15 организаций восстановили свою платежеспособность. Хотя я пытал у них насчет того, что насколько глубоко это восстановлена платежеспособность. Ну, текущая на данном моменте восстановлена. Это главное то, что у предприятий сходятся финансовые потоки, имеют положительный баланс. Это самое главное для того, чтобы обеспечить текущую платежеспособность и иметь перспективу общества выходить уже на нормальное функционирование. 19 хозяйств улучшили ситуацию, но пока свою платежеспособность не восстановили. Вот. Ну а пару хозяйств там вы видели, которые потребуют дополнительных мер. Прэм'ер-міністр перакананы, для паляпшэння фінансавага стану сельгаспрадпрыемстваў неабходны дзве ўмовы – дысцыпліна, у тым ліку вытворчая, і сучасныя тэхналогіі. На Гомельшчыне рэалізаваць гэтыя планы мяркуюцца ў тым ліку і з дапамогай Туровскага малочнага камбіната. Тым больш, тут ужо ёсць адпаведны вопыт. В 2014 году мы приобрели два хозяйства на Чаджыцкаўскім районе. И в начале этого года мы взяли в управление, пока в управлении, три хозяйства в Лоевском районе. Да. Значит, уже в течение текущего года мы инвестировали туда через технику 4 миллиона евро в развитие этих хозяйств, для того, чтобы обеспечить там соответствующий, скажем так, рост и молока. И нам удалось, тенденцию пошла у нас в плюс по молоку. И обеспечить кормами настоящий год. То есть мы очень серьезно этим занимаемся, сырьевой зоной. Туровский молочный комбинат створены у 2010 годе. Сёлета тут повинна завершиться реализация другой чарги будаўніцтва. У вынику объемы перепросовки молока на предприемстве повелишится удвоя. До 80% продукции поставляется на экспорт. Сярод партнёраў Туровскага малочнага 10 краін. У бліжэйшы час гэты спіс папоўніцца. Жаданне супрацоўнічаць з камбінатам выказваюць патэнцыяльныя партнёры з Украіны, а таксама Кітая, Ірана і Ірака. Для падтрымкі такіх прадпрыемстваў, у тым ліку праз забеспячэнне сыравінай, агучваецца пытанне стварэння ў Беларусі свабоднага рынку малака. Нам надо создаваць ўжо рынок малака. На первом этапе, чтобы не нарушить вот этот вопрос, весь прирост к базовому году давать на рынок. Вот 700-800 тонн сейчас у нас сутки такого молока. То есть это по договорам, это не нарушает цену устоявшиеся сырьевые зоны. Остальное – маржинальный рынок молока. Он сильный, ему он может заплатить больше. Пускай он покупит эти издержки, вернее, излишки, и постепенно мы на рынок выйдем. Но начинать с чего-то надо. Між тым, аб'ёмы работ у гаспадарках павелічваюцца. З заўтрашняга дня на Гомельшчыне распачынаецца сяўба азімага рапса і ўборка кукурузы, ураджай якой ацэньваецца як вельмі добры. Неабходная тэхніка і паліва для гэтага ёсць. Алексей Сюроў, Ольга Канавалова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель», Жыткавіцкі раён.